168 жалоб по вопросам закупок товаров, работ и услуг уже поступило за первый квартал в Национальную палату предпринимателей. Более 40% обращений касается закупок компании фонда «Самрук-Казына». А еще четверть – госзакупок. В ситуации сегодня разбирались члены Совета по противодействию коррупции и теневой экономике при Нацпалате предпринимателей. На конкурентной основе проводится лишь треть тендеров, говорят эксперты. Все чаще предприниматели сталкиваются с необоснованным отклонением заявок и подведением конкурса под определенного поставщика. Было отмечено, что по-прежнему высока и доля закупок из одного источника. АО «Нак-Казатопром» 93% – это закуп из одного источника. Талкенское горно-химическое предприятие 90% из одного источника. Семизбай 81%. Таким образом, налицо факты вывода закупок из конкурентной среды, что свидетельствует об отсутствии прозрачности в закупках. Нами проведена проверка. В результате проверки выявлены нарушения. Дочерним структурам, а в том числе КТЖ, АЛС и там третья компания какая, были направлены предписания о том, чтобы они остановили тендер и привели в соответствие с правилами закупок документы. Очень часто нарушаются требования и об обязательном касс-содержании. К примеру, Кентауский трансформаторный завод мог бы поставить свою продукцию для подстанции на Универсиаду 2017 года, но заказчик Акимат Алматы предпочел зарубежного поставщика. По сметной стоимости по двум проектам была заложена сумма около 900 миллионов тенге, тогда как на все эти четыре трансформатора, то есть цена Кентауского трансформаторного завода составляет 400 миллионов. Мы готовы провести и независимый технический аудит, показать и наши заводы, доказать, что отечественный товаропроизводитель ничем не хуже других аналогов.